А проблема Фракийского Динамо в обороне мы, конечно, еще поговорим. Но в данном случае констатируем факт, что ошиблись они. Кто-то остался из защитников. И, соответственно, Баженов не был в положении вне игры. Положил практически в дальнюю девятку. Блистательный по исполнению удара. И Шавковский выделен. Шацкий, да, Бангура, Милецкий. В данном случае, наверное, вот на данный момент он лучше всех выглядит. Прекрасный гол. Отсюда хороший повтор.